Павлопосадский платок, лен, расписанный вручную, кожа. Отделка курток и жилеток от фирмы «Лис» – самая разнообразная, но эксклюзивная. Изделия с отделкой из меха лисы, бобра, норки, соболя создаются в Тамбове вот уже 15 лет. Каждая коллекция отличается оригинальным исполнением. Над новыми изюминками работают и дизайнеры, и художники. На очередной выставке в Сочи «Лис» представляет широкий ассортимент изделий с художественной росписью. Это очаровательные картинки с животными и цветами. Женщина всегда хотела бы, чтобы она была неповторима. И здесь вы найдете такой товар. Этого товара почти нет в мире нигде. Это мы сами придумали, мы шьем здесь для вас. В том числе вот эта отделочка из меха, она тоже там подчеркивает свою неповторимость. Внутри утеплены они, утеплены тенсулей. Там тенсулей теплее синдипона во много раз. Так что вы сами убедитесь в теплоте наших изделий. Также фирма «Лис» позаботилась и об «Автоледи». Специализированная выставка-продажа «Фэшн-салон» открыта до 10 октября в выставочном центре на Несебрской 1Б.